Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. В сегодняшнем видео хочу поделиться с вами рецептом универсального томатного соуса, который я использую для приготовления пиццы, а также пасты, первых и вторых блюд. Соус очень вкусный, готовится совершенно просто из обычных простых продуктов. Ну что, давайте приступим. Список ингредиентов, как всегда, вы найдете в описании под видео. 1 лук-шалот нарежу небольшими кусочками. Также мелко нарежу 2 зубчика чеснока. 1 морковь нарежу кружочками. Также небольшими кусочками нарежу веточку сельдерея. На сковороде я уже нагрела 3 столовых ложки оливкового масла, добавляю все овощи и буду тушить примерно 5 минут. Прошло 5 минут, и теперь осталось добавить специи. И в качестве специй я буду добавлять соль 1/2 чайной ложки, а также молотый черный перец примерно 3 чайной ложки. Также, кроме этих специй, я еще добавлю 2 чайных ложки сахара для баланса вкуса, а также 1/2 чайной ложки сухой петрушки и 1 чайную ложку сухого базилика. Все перемешиваю и буду тушить еще 1 минуту. Добавляю 800 мл помидоров в собственном соку, как сок, так и сами помидоры, и немного разбиваю лопаткой. Смесь необходимо довести до кипения и варить на плите до загустения соуса примерно 45-60 минут. Или до густоты, какая вам нравится. Я люблю, чтобы этот соус был насыщенным, поэтому никакой воды в этот соус не добавляю. После того, как соус готов, его необходимо пюрировать с помощью погружного блендера. Но я буду делать в суповарке, поэтому все ингредиенты отправляю в суповарку. Там у меня будет вариться соус примерно 45 минут. И затем эта же суповарка будет взбивать соус до пюреобразного состояния. Если у вас тоже есть суповарка, то обычно я варю соус на функции пюреобразного супа, который гладкий, без кусочков. Вот такой вот замечательный соус у меня получился. Он очень вкусный, приятный, насыщенный, универсальный, подойдет ко всему. Попробуйте, это вкусно, просто и не хлопотно. Надеюсь, что сегодняшнее видео вам понравилось. Ну а если это так, поддержите меня лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнать о моих новых видео. Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и будьте здоровы! Берегите себя и своих близких. До новых видео, всем пока!